Всем привет! В этом видео расскажу об изменениях интерфейса обновления RTM. В этот раз поговорим о мини-карте. Теперь она выглядит вот так. Ее можно передвигать по всему экрану. Можно менять ее размер. В верхней части мини-карты теперь пишется название локации, в которой находится персонаж. И в нижней части при входе в мирную зону или в зону PvP пишется то, какой тип у этой зоны. Справа у нас есть такая панелька с разными настройками мини-карты. Первый из них — это изменение зума. Три позиции. Вторая — это у нас изменение прозрачности. Всего два вида. Третий — это у нас отображение монстров. Это скрыть или показать спартийцев и фиксированный радар. В режиме фиксированного радара у нас есть такой небольшой градиент, который показывает, куда смотрит игрок. И по-прежнему старый добрый треугольничек, который показывает то, куда смотрит персонаж. Вот сейчас персонаж смотрит на нас, а я смотрю, что находится позади игрока. Если фиксированный режим отключить, то видно на мини-карте, где у нас север. То есть всегда показывается, чтобы никто не заблудился. Такие небольшие изменения произошли в интерфейсе мини-карты. Это, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго.